Вот такие есть номера, везде вид на море. Это вот семейные номера, и вот здесь сразу можно выйти и, скажем, подойти к самому сердцу. Сейчас с вами по-быстрому подойдемте. Отель «Цитадель». Вот, смотрите, здесь такой вид. Вот здесь у нас детская, скажем, зона, детская территория. И здесь у нас Royal Beach. Здесь песчаный вход, это единственный песчаный вход во всем отеле. Сейчас не удивляйтесь, здесь отлив, поэтому немножко так, но тем не менее видно, что здесь очень много людей. Ну что скажу, отель очень интересный на самом деле и в дизайне, и в местоположении. Кстати, он очень продаваемый, здесь овербукинг уже, поэтому сюда очень много бронируют как из России, из стран СНГ, а также из, конечно, Европы, это немцы. Отель этот для семейного отдыха, не знаю, насколько подходит, потому что все, вот видите, таких... В каменных историях, лесенки и так далее. И вообще, как бы, ходят слухи, что его скоро сделают 18+, потому что здесь нету ни детских клубов, ни детских анимаций. В основном весь упор на, соответственно, взрослый отдых. В том числе даже здесь есть дискотека прям нормальная, не такая анимационная. Вот только не знаю, сейчас запустили или нет, но как бы вот такой вот взрослый отдых здесь с красивым видом. Еще раз напомню, что все виды, соответственно, номера с видом на море. Ну и, соответственно, добавлю, что здесь расстояния, как вы видите, гигантские. У кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, наверное, не вариант. Протяженность отеля 2,5 километра от начала и до конца.